Российской Федерации в качестве министра иностранных дел Республики Абхазия и с вашим предшественником, господином Зауром Владимировичем Кови, мы встречались в марте этого года, и сегодняшняя встреча подтверждает нашу нацеленность на интенсивные контакты, на согласование наших действий, поддержку тех договоренностей, которые достигнуты между нашими президентами по линии правительств. А все это очень важно для укрепления нашего двустороннего.